Всем привет! Уверенность человека открывает многие двери. Перспективы в разы возрастают, когда человек находит в себе такую возможность. Но достичь состояния уверенности не всегда просто и не всегда получается. Но, к счастью, этот навык можно приобрести, и в этом видео расскажу, как это сделать. Самоирония – лучший способ обрести невозмутимость. Прямая ассоциация с уверенностью – это спокойствие и трезвость рассуждений. Пошатнуть и то, и другое могут насмешки или недоброжелательная критика работы, или же человека в целом. Для избегания таких возможных факторов нужно воспринимать все самоиронично. Жестко высмеивать себя – это лучшее оружие против врага, так как уколоть ему будет вас нечем. Прочный щит из сатиры своего же производства убережет вас от излишней чувствительности, а также ненужной обидчивости. В решении трудных задач не нужно позволять вашим чувствам овладеть телом, а также разумом. Подход к решению проблем определяет успех результата. Твердость, расчетливость, а также аналитические способности помогут достичь желаемого успеха. А волнение и дрожь в руках лучше отложить на потом. Для уверенности в себе это очень важно, потому что ничто так не тешит самолюбие, как грандиозные результаты. Такие эмоции питают и укореняют уверенность. Постоянно нужно развивать свои навыки. Важно помнить, что уверенность на пустом месте – это признак глупости, а также недалекости. Все чувства должны быть чем-то подкреплены. Самодовольство на пустом месте не расширяет перспективы, а послужит причиной смеха окружающих. Поэтому для постоянного поддержания состояния уверенного человека внутри себя нужно повышать свои способности и достигать больших результатов как в работе, так и в личной жизни. Не путать эгоизм и уверенность в себе. Эгоизм – это негативная сторона человека. Избыток самовлюбчивости не дает развития. Наоборот, заставляет стоять на месте постоянно. Эгоистичные люди теряют способность здравомыслить и адекватно реагировать на критику других людей. А это является совершенно другой стороной уверенного в себе человека. Такого допускать нельзя. Нужно контролировать грани между двумя часто путаемыми понятиями. Уверенность в себе – это чувство, которое необходимо каждому, кто хочет показать, кто он есть в этой жизни, и расширить свои собственные границы. Уверенность – это лекарство от страха, нытья, а также неудач. Более того, состояние должно постоянно развиваться и подкрепляться, потому что без этого будет преобладать только напыщенность, а с таким эгоистичным настроем не будет достойного человека.